Всем привет, всем добро пожаловать на канал Welcome Hell. Это метро 2033 и история о Сэме. Да ёб твою мать! Я не знаю, что произошло. Тупить что-то. Блять, сорян, что игра лагает. Я не виноват. Да, нормально тут. Ребята,
ладно. Ну блин, не надо то, что меня игра валяет. Не говори за то, что, блядь, была мина. Не говори за то, что, сука, это, блядь, была мина. Потому что мина хуй разглядишь, ёб твою мать. Ой, блядь. Ещё, блядь, полдня уже пока загрузится. Стрим с метро только на первой части, первую, вторую. Ну и хуй ты.
тогда нет. Нет. И вот это новый коэффициент Шейдинга. Что это? Я не ебу. Бомбист. Ёб твою мать. Это, наверное, типа качество. Блять. Я не знаю, патроны будут. Блять. Фак, ну я твою мать. Отъебись! Сука! По вас пусом? Это как я понял, типа, ну, типа, за темнение, что ли? Типа фокуса. Да, если у меня была 28 стейка или хотя бы 1080, то было бы все заебись. Мне бы раз, блядь, ну я думаю, если 28 стейка была бы, она, блядь, меня бы не ловила бы. А почему сразу нету после 20 80? Мина одна реагирует. У Александра может обнаружить не только мина, но и
Наконец-то.
Так, ладно, давай сначала осмотримся. Что тут может быть, что-нибудь еще? Не, ну, на самом деле... Давай! Валим нахуй отсюда! Фух, съебался! Thank you.
ёб твою мать, сдохни ты уже, блядь! Сдохните, блядь! Да сколько вас тут? Он меня сдохнет! Thank you.
Не. Так, ладно, блин, ну... Ну, ёпт... А, фак... Ты что, блядь, обордел, что ли? Уйти-то.
где-то тут, поблизости. Да не сам. Интересно, а сколько тут вообще хронометраж-то? Сколько тут вообще хронометраж? Сколько тут всего? Что делал, что ли?
Я походу этот. Я даже не знаю, как это уже серия, если честно. Нет. Главное, чтобы твари не было. Пурит этих. Ну, кстати, Артём, ой, не Артём, Сэм, ну, кстати, говорит. Сэм умеет говорить. То есть его Артём нет, он не говорит, нет, он умеет говорить, просто разрабы они это не... Я вот только про, я только про вас говорил. Очень много, кстати, очень много всего. Если честно, я даже не заметил. Может, тогда здесь и остановимся? Или нет? Блин, давайте тогда здесь тогда остановимся. Встреча с капитаном. Нет, давайте все-таки здесь тогда остановимся, подумаем. Ну сейчас загрузится.
Вот. Потому что, бля, ну, это бандиты. Это обычные бандиты. По сути, там, типа, всего 3 серии, потому что там, на самом деле, 2 серии. Просто они разделены. Да, вот это, конечно, минус, то, что так долго грузится. Думаю, сейчас поставить на Твиче метро, только метро не эту часть, ну, экзот, а именно первую часть. Первую часть. Первую, вторую. Редукс. Да я просто хочу получить достижение. Да, вот все. Сохранить. Все клиенты два раза нормально. Все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайся на канал, ставь лайк или дизлайк. Не знаю, все как. Подписка, ну, подписаться внизу. Вы знаете где. Всем пока.